Танцевальный марафон открыл король танцев Майкл Джексон в исполнении победителя международной минуты славы. Зрителями церемонии открытия танцевальной волны стали более 700 человек. Столько талантливых танцоров подали заявки на участие в фестивале. Танцевальная волна – конкурс с уже 5-летней историей. И впервые он переехал с родной площадки из Санкт-Петербурга. Солнце, море, горы для детей – это, пожалуй, лучшие условия для занятия любимым делом, для занятия танцами, для развития. Город преобразился, просто его не узнать. Он великолепный, дети в большом восторге. В олимпийскую столицу танцоры съехались со всей страны – Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Симферополь, Архангельская, Волгоградская области. В нескольких номинациях участвовали и сочинские коллективы. Ансамбль «Радуга» – коллектив с еще пока небольшой историей. «Танцевальная волна» – это один из первых опытов участия этих юных артистов в больших конкурсах. Для развития. Во-первых, для детей. Для них это эмоции первоначально. Развитие физическое, для здоровья. В конкурсе заявлены 7 номинаций. Детские, классические, народные, эстрадные, сюжетно-игровые, бальные танцы и современная хореография. Оценивает мастерство юных талантов профессиональное жюри. Председатель, заслуженный артист России, руководитель театра классического балета в Санкт-Петербурге Виктор Корольков. Дети в начале пути, конечно, не все из них придут в искусство, в профессиональное, но... кто-то, наверное, все-таки придет. И для нас это очень важно. В Сочи состоялся второй из 5 этапов танцевальной волны. Обладатели первых 3 мест в каждой из номинаций отправятся зимой в Санкт-Петербург. Там вместе с победителями оставшихся туров фестиваля будет разыгран гран-при танцевальной волны 2015. Кстати, организаторы обещают его обладателю и солидный денежный приз. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.